С потомком первого канцлера Германской империи встретился губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев поинтересовался у Александра фон Бисмарка, как он оценивает избирательную кампанию в регионе. Задача в целом власти сегодня, не только в нашем Краснодарском крае, в России, создать условия для свободного волеизъявления граждан. С вашей точки зрения, тем более как наблюдатель, насколько можно смело говорить, что все-таки выборы прошли сегодня легитимно? Есть ли у вас все-таки какие-то, вот, с вашей точки зрения, нарушения, которые можно было наблюдать на участках во время проведения выборов президента России? Или все-таки вы то, что видели, отвечает полным принципам демократии? It was perfect organized. Я восхищен организацией работы на избирательных участках в Краснодарском крае. Даже в Германии не все так хорошо. Процесс абсолютно прозрачен. Посоветовал бы Ангеле Меркель перенять такой опыт для организации выборов. Сегодня я общался с девушкой, которая работала на избирательном участке. Спросил, есть ли какие-либо нарушения или ошибки. Она не смогла ничего определенного ответить, так как на самом деле все прошло без нарушений. В разговоре с Вениамином Кондратьевым Александр фон Бисмарк также отметил, что в западной прессе сильно искажают информацию о ходе президентских выборов в России. Я очень расстроен, что в немецких газетах пишут много плохого про выборы в России. В некоторых статьях говорят о том, что выборы проходят незаконно. Хотя я сам видел, что никаких проблем нет. Все открыто, четко и понятно. Пусть продолжают говорить и в Европе, и в Америке то, что сегодня они считают необходимым с их точки зрения говорить о России и о нашем Краснодарском крае, если они будут говорить, но вы сегодня своими глазами видели, вы прожили сегодня день в нашем регионе, реальный живой свидетель тому, что это просто болтовня. На самом деле реальность, она совсем другая. И вы были сегодня ее свидетелем. Я вам хочу сказать огромное слово благодарности за вашу принципиальность. Очень порадовало международного наблюдателя от ФРГ, что на выборы в Краснодарском крае пришло много молодежи. Опять же, сравнивая с Германией, Александр фон Бисмарк заметил, что немецкие парни и девушки не так активны.